А еще на распродаже Озон я купила мужу смартфон. А я электробритву. А я мужу дрель купила. У тебя же нет мужа. С такой дрелью будет. Большая распродажа электроники на Озон. Турбоскидки на электронику до 80% до 24 сентября. То, как она реализована, батюшки! Я только что сказал, как она реализована! И что это такое? Вот, ребятки, как говорится, вуаля! Ваша первая супертурелька. Нет, они тут сейчас взорвутся, Ром! Мы потеряем все! Мы потеряли все! Нет! И снова всем привет, дорогие друзья! Ялоу-ложка! Добро пожаловать в защитное прохождение Майнкрафта! Ведь сегодня мы вместе с Защитник Плеем, привет! Хэм, здорово, Иду! Будем зарабатывать деньги, покупать оружие, прокачиваться и защищаться! О, защита — мое второе имя! Мое тоже, фиксплеюшка! Дамы и господа, вашему вниманию, защита базы! Сегодня фиксплей, наша задача — грамотно тратить деньги, да, грамотно зарабатывать деньги, покупать защитные турели, оружие. Так. А самое главное — не дать пробить нашу базу. О, да, мне бы не хотелось, чтобы пробили мою базу. Смекаешь, о чем я? Господи, фиксплей. Ну признайся, хочется же, хочется. Заткнись, заткнись, прошу. Говорят, что у этой карты супер крутая анимация. И мне просто интересно, что же это за анимация такая. Если серьезно, то это правда. Давай. 3, 2, 1. Воу. Ладно. Подожди, я напоминаю, тут ни одного мода, Рома. Да, ни одного. Да, если что, мы играем без модов, то есть это просто карта. И опять же, эту карту хвалят за анимации. Что ж, это было неплохо. Я так понимаю, нам нужно туда пропрыгать, как бы тут не упасть. Видимо, да, так, ладненько. Простые поляны, нажми, чтобы играть. Вау, блин, это необычная защита башен, как минимум. Опять же 3, и опять же 2, опять же 1. О, здравствуйте! Здравствуйте. Ох, это ваш первый уровень. Я помогу вам освоиться. Сначала вы должны купить турель. Но у вас ведь, Олухов, денег нет, да? Нет денег. Я пустой. Поэтому давай-ка быстренько снесите вон ту сломанную турельку в углу. Да, действительно, смотри. Сломанная турель. Блин, мне уже нравится то, как эта карта начинается. Очень необычная. Да. И посмотри, причем турель реально сломанная. У нее тут что-то погнуто, видишь? Что это у нас? Разрушитель башен. Левая кнопка мыши по башне, чтобы снести ее и получить немного денег. Окей, ты попробуешь. Бэ! Вот это мне нравится. 200 баксов. Тихо. Так вот, теперь у вас есть деньги. Магазин у нас вот здесь. Приобретите что-нибудь. Меню закуп... Блин, как это клево сделано! Подожди, это ты наводишься, и оно типа увеличивается? Да, прямо от курсора зависит. Я в шоке. У нас есть меню закупки, и это стандартное. Видимо, турелька, да? Да, покупай. Денег у нас 200, турель, расходники... Закрыто пока что. Ладно, покупаю. Новое достижение. Отличненько, отличненько. Теперь осталось только вот поставить эту турельку. За мной. Вот, смотрите, лучше турельку ставить на угол. Так больше площадь поражения. Поставьте-ка сейчас. Так, в итоге действительно стандартная турель возврату не подлежит. Опа. Ставить на каменистая земля, кальцит и чернит. Блин, и тут прям радиус показываете. Уэу. Да, прикольно. И получается реально выгоднее всего поставить, ну, прям вот сюда получается. Либо прям у входа. Хотя да, наверное, здесь. Итак. А, молодцы. Теперь у вас есть хоть какая-нибудь защита. Так, смотрите. Отсюда будут выходить монстры. Нажмите на голограмму, когда будете готовы защищаться. Собственно... А, да, точно, точно. Вот, вот это. Что это? Я дам вам несколько предметов. Скажем так, для более удобного планирования. Вот это, вот это. И вот это. Это все. Берите спокойно. Это ваши предметы. Чтобы понять, что они делают, посмотрите их описание. А я, пожалуй, домой побегу, пока меня зомби не съели. Пока, олухи! И он реально убегает. Пока. Стоп, встал. Что? О, да, кстати, ребятки, напоследок. На всех уровнях спрятаны секретики. Можете попробовать поискать их. Если не получается пройти так, эти секретики помогут вам с этим, да. Скоро увидимся. Пока. Пока-пока. Пока.
Ва, как мне это нравится! Я уже раза три это произнес, но мне прям доставляет удовольствие уже проходить эту карту. Пока что удивляет, это правда. Итак, зомби один. А, ну это, короче, у нас туториал. Это туториальный уровень, я понимаю, здесь будет чисто обучение. И у нас один зомби дают 100 баксов. То есть мы сможем купить еще одну турель. Что такое? Подожди, перед тем, как мы начнем, у нас тут вообще-то предметы лежат. Давай возьмем. А, уй. Блин, да, точно. Так, забираем. А у тебя тоже? Да, да, у меня тоже есть. Итак, подзорная труба. Полезен, если нет оптифайна. Спасибо, и вправду нету. А, чисто приближать, да, понял. Дальше. Управление. Управление, перемотка на 10 секунд, на 20, на 30. Можно даже выбор уровня. Так, окей, этим мы не пользуемся. Гравитационный модуль. Выбрось этот предмет, чтобы изменить свою высоту. Так, в смысле? Так. Ух ты! О! Ой, ты теперь сверху смотришь, да? Это очень удобно. Так, привет. Прикольно, прикольно. Но я предпочитаю находиться снизу все-таки. Это правда, это правда. Итак, зомби, поехали! Ну-ка. Вот он. Как работает турелька? О! Вау! Слушай, а неплохо она сбивает ему. Да, да, хорошая турелька. Да. Начало через 6 секунд, зомби 3 штуки. А, я понял, все, я понял. Так, так, Ром, вторая турель, давай. Приобретаем, все деньги тратим. Я думаю, то, что можно поставить также на угол, вот сюда. Чисто угол и угол. Идеально. Это хорошая тактика. Но теперь у нас 2 зомби, 3 зомби, подожди. Ну, там было написано 3 зомби, это вторая волна из 6. И, насколько я помню по описанию, здесь будут даже боссы. Поэтому аккуратно. Подожди, а мы сами их бить можем? Мы не наносим урон. Да, мы можем, но ничего не наносится. Возможно, в будущем как раз-таки появится что-то такое, что позволит бить. И мы снова молодцы. Смотри, смотри, тут 5 зомби, 4 скелета. Я думаю, то, что можно сейчас не ставить, потому что мне кажется, вот это закрыто. Скоро будет не закрыто. Хорошо, хорошо. Но я надеюсь, мы справимся, потому что тут и скелеты, и зомби. Нет, кажется, мы ставим. Слушай, давай, кажется, давай, мы быстрее, реально ставим. Быстрее, давай. Быстрее, быстрее. Вот сюда. Хорош. Давай, давай. Слушай, ну напомню, это туториальный уровень, тут чисто обучение. Мы не должны проиграть, мы же не такие тупицы, да? Стой, подожди. Да куда ты стреляешь, турель? Чувак, я переживаю. Все, хорош. Все, да, все, да, да. Фух. Ладно, это... Внимание, в магазине появились новые турели. Я говорил, что что-то появится. Снайпер за 300 баксов, и у нас ровно 300 баксов, ты хорош. Шикарно. Но нам в целом за эту волну дали ровно 300, поэтому в любом случае хватило бы. Ну, так, здрасте. Новое достижение, снайперская турель. Блин, прикольно, они даже достижения здесь сделали. Чувак, ты видишь? Погляди на этот радиус. Это реально снайпер. Я предлагаю поставить его куда-то больше сзади, потому что он и так достреливает, понимаешь? Слушай, ну если здесь такой радиус, у меня ощущение, что дальше уровни будут просто огромными. То есть вот сейчас у нас сколько? Ну, 2 разветвления, по сути. Ну да. Давай вот сюда поставим, а? Как тебе идея? Дотягивается. Да нет, вначале надо, вот здесь. Вот это... Ну ладно, ладно. Решай сам, так и быть. Какова. Смотри, у него такая назаритовая насадочка. Ага. Так, ладненько, нажимаем. И кто там? Ох! Нифига! Это минус чисто 12. Снайпер стреляет причем. Да, только оно очень медленно стреляет. Но далеко и много урона, то есть у нее тоже есть свои плюсы. А еще зомби с броней. Понятно, кто здесь будет идти. Ну, нам, короче, нужны деньги. А все, денег-то больше нет. Да, деньги нам даются только, когда волна завершается и... По-моему, тот чел говорил, что на каждом уровне есть секреты. Я, кажется, секреты. Понял, о чем ты подумал. Не, ну снайперка здесь решала. Если бы не она, то был бы бред. Так, сейчас. Стойте, стойте, пожалуйста. Пожалуйста, у нас 6 секунд, Рома, ищи секрет. Здесь ничего. Так, возможно, какой-то пол открывается. Попробуй пол. Я тыкаю, тыкаю. Пол не открывается, снайперка дура. Что? Возьми расходник в руку? У меня написало, возьми расходник в руку. Попробуй нажать. А, на турель. Да, видимо, потом мы будем что-то с ними делать. А, ну да, вот же расходники. Пока что закрыто. Кстати, мы справляемся? Как-то, знаешь, туго, туго. Можно в целом купить снайперку еще одну, на всякий случай. Да, да, давай, давай, прям сейчас ставь. Вот сейчас точно пройдем. Так, ладненько, проверяем. Какой-нибудь секрет, что-то, что говорит о секретности. Что ты замолчал? Что-то, что говорит о секретности. Тут буквально баксы, чтобы ты понимал, нарисованы. Так, ты бери. Сколько это нам даст? 300 долларов. Божечки, кошечки. Ребята, в этой волне будет куча монстров. Но я знаю, как тебе справиться. Перелистните-ка на вкладочку с расходниками в магазине. Прямо сейчас, если что. Ага, понял. У нас 900 денег.
Хорошо, сейчас потратим, Ромочка. Супер состав! 500 баксов! Покупай. Итак, молодцы. Если что, это очень мощный предмет. Давай-ка применим его. Например, насчет нашей первой турели. Что думаешь? Брось состав прямо в нее. Брось состав прямо в нее. Супер состав без эффектов. Че, прям кинуть? Ух ты! Оу! Испытание завершено. Ярость растет во мне. Ема! Она прокачалась! Хорошо. Да. У нее появилась, получается, золотая насадка, какие-то ребра. Хотя я бы сказал, просто кости торчащие. И она показывает всем видом, что она всех убьет, окей. Вот бы посмотреть, у нее радиус вырос или нет. Но радиус не показывается, да? Вот, ребятки, как говорится, вуаля! Ваша первая супер-турелька. Мне всегда становится страшно от этого превращения. Тем не менее, помните, супер-состав с каждой покупкой будет дорожать. Думаю, скоро здесь будет мочилово. Не хочу принимать в нем участие. Пока, олухи. Пока. Пока-пока, я его прекрасно понимаю. Подожди, он сказал, суперсостав каждый раз дорожает. Да, и это правда, суперсостав 550. Я бы хотел попробовать на снайперской винтовке. Да, вот это и правда интересно. Это неужели она будет, знаешь, быстрее стрелять, допустим, или чувак, больше радиус? А мы же можем, чекай. А, 76, что? Это вообще было невыгодно, Рома! А почему? До этого давали 200! Нет, нет, стой, больше мы это не делаем. Нам нужно закупиться всеми турелями сейчас и поставить их. Потому что ты помнишь, да, следующая волна босс, с боссом. Ладно, это, смотри, это не босс, это именно босс-волна, так называется. Стандартную турель, снайперскую, покупаем на все деньги. Давай, Ром, сейчас все в твоих руках. Я не поставил ни одной турели буквально. Ладно, даже ставь хотя бы одну, боже мой! Хорошо, подключаю свой интеллект. Итак, эта турель лучше всего смотрится определенно в этом месте. Да, да, я все просчитал. Последняя волна. Ты видишь, как она стреляет? Ой! Смотри, бам, 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 бам. А, да, она быстрее. Она стала стрелять чаще, да. И, возможно, носит больше урона, но ты посмотри, она разогревается! Фига себе она стреляет! Она разогревается с каждым выстрелом! Круто! Тебе поздравляем! Уровень пройден! Е-ху! Сюда! Так, и у нас, вот оно, были простые поляны, и открылся новый уровень. Ну-ка! Ща кайфанем. Лютый кайф, ну правда. Так... Черт, тут паркур посложнее. Что? Это все ты меня заговорил. Накаркал тебе, давай, давай, это прыгай. Это я, честно. Вторая попытка, оп-оп, молодец. Вишневый лес. Вот так вот. Так, деньги, сколько у нас? 350, давай сразу изучим локацию. Это действительно вишневый лес, зомби будут идти отсюда. Погоди-ка, они будут идти вот так кругом и только потом дойдут вот сюда? Да, кстати, я не совсем об этом хотел сказать, но в описании этой карты было сказано, что есть такие монстры, которые будут ломать наши турели. Серьезно? Да, я просто забыл об этом сказать в начале ролика. Знаешь, важная информация как будто, да? Да, поэтому, и знаешь, что я предлагаю? Покупать только турели, чтобы монстры не успели дойти. Ой, в смысле, не только турели, а только снайперские турели. Это странно, что мне понравилась твоя первая идея. Просто турели? Да, это звучит логично и нелогично одновременно. Я предлагаю только снайперки покупать, только снайперки и ничего давай больше. Сейчас давай, только погоди. Если не прокатит, то ничего страшного. Деньги, деньги, деньги. Мы найдем здесь деньги, я уверен. Чувак, это деньги? Подойди сюда. Деньги. Ну, на деньги не похоже, я тебе так скажу. На деньги не похоже. О, амулет слез. ПКМ по башне для увеличения ее скорострельности на время. Зависит от скорострельности башни. Одноразовый. Тут и такое есть, подожди-ка. Так эта карта, ну правда, 10 из 10. Я, честно говоря, когда читал комментарии к этой карте, я думал то, что, да не, ну типа, просто пишут, что она прикольная, потому что, ну не знаю, может быть это боты. Но нет! Да, я бы сам написал, что это реально крутая карта. Она реализована технически, ну супер грамотно прям. Что там, после этого ролика мы зайдем и напишем, что это крутая карта. Да. Снайперская турель, ты будешь, видимо, где-то вот здесь, прямо на углу. Только тогда монстры дойдут. Ну слушай, сейчас идут просто два зомби. Они, по идее, не должны бить нашу турель, да? Да, давай, вызывай. Поэтому временно можно и так сделать. Награда $200, поехали. Бэм! Молодец. Отлично. Так, Ром, у нас 9 секунд. У нас денег хватает? Нет. Я думаю.
Давай помолимся на эту турель. Мы если будем что, молиться. Поставим. Так, давай, все, окей, давай, давай турель. Ты справишься в одного. А, еще скелет. Нет, стоп, мы не успеем. Еще скелет. Стой, нет, ладно. Нет, верь в нее, верь в я нее. Не верю в нее. Я не верю. Почему ты это сделал? Я вот здесь поставлю. Сори, прости, но чувак, это... Чувак, она бы справилась, ты посмотри. Итак, 450. В целом, можем купить самые обычные турели. Но я все еще предлагаю ставить только снайперки. Не-не-не, ставь снайперки, потому что сейчас тоже довольно обычная волна. Просто бронированные пойдут. Окей, значит, снайперку куда-нибудь вот сюда. Блин. 550. Ром, ты это видишь? Что? У нас с тобой проблема. Как только они уходят вот сюда, мы их вообще даже не пытаемся убить. Да нормально, нормально, ждем. Нормально. Чекай, чекай, сейчас все нормально. Так. И? Так. Алло! Ух, ты заметил, хорошо. У него даже броня снялась, когда у него ХП меньше стало. Господи, да? Какой автор молодец! Он даже эти детали продумал. Прикольно, прикольно. Последний зомби. Все. Внимание, в магазине появились новые турели и расходники. А вот это внезапно. Это очень... Подожди, лечище? Вот оно, о чем я говорил. Крипер 5 штук, чувак. Позолоченный скелет. Да, нас по-любому будут мочить. Начнется мочилово, как говорил житель. Но подожди, расходники. Ремкомплект. О, чинить башни, чинить башни. Смотри, какой план. Мы покупаем одну лечащую, одну снайперку и один расходник. Хватает идеально, а? Так, ладно, снайперка. Лечащая. И один расходник. Ты гений, слушай. Отлично. Смотри, лечащую давай поставим между наших турелей, где-то здесь. Можешь? Лечащую между... Не, у нее нормально, смотри, она много да, лечит. Да. Поэтому я предлагаю поставить здесь. Потому что мы, скорее всего, здесь будем строиться. Ну, в целом, да, ты прав, давай. Все. Привет. Ты будешь лечить. Хотя, с другой стороны, Ром, блин, вот здесь снайперки ставить безопаснее, потому что криперы сначала пойдут вот сюда как раз-таки. Я предлагаю поставить снайперку вот здесь. Вот так. Ну ладно, ладно, пойдет, пойдет. А потом еще у нас ремкомплекты, амулет слез. Фу, вроде все нормально. Ну, как говорится, не оплошать бы. Поехали. Так, ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо, молодцы, ребята. О, как это работает. То есть они прям TNT на голове несут. Ребят, если что, криперов убивайте, поняли? Крипера! Вот черт, вот черт. Так, только не здесь. Стоп, пропустите его чуть подальше. Ой, слушай, хорошо. А мне это нравится. Так. Тихо. Да, смотри, минус 20 хп. Ой. Наверное, чем ближе взрыв, тем больше хп сносится. Она сама себя лечит, скажи мне? Непонятно. Заметь, золотая броня у скелетов поглощает первый выстрел. То есть получается золотая... Ух, ё-моё! Господи, бога ради! Тихо, тихо, тихо! Это, подожди, она же лечит? Она лечит! Все-все-все, она лечит. Все, остался только один скелет. Она их реально лечит, но она сама не лечится. Вот для нее и нужны ремкомплекты. Да-да-да-да-да, она хорошо лечит. Короче. Так, суперсостав, быстрее. Суперсостав, приобретаем. Так, сразу апгрейдим. Давай, снайперка, работай. Сюда! Сила геометрии. Ну, сейчас я надеюсь, она будет выносить за один выстрел. Давай, стреляй. Так, я внимательно смотрю на хпшки. Минус 20! Она нас простреливает. Вот эти вот выстрелы, это, конечно, беда. То, что они убивают криперов не тогда, когда нам надо. Два крипера. Ой-ой-ой. Но они выживут, нет, они должны выжить, пропустите. Все нормально. Да, живут. Ой, шик. Ремкомплект, кстати, сколько ты восстанавливаешь? 25 хп. Внимание, финальная волна. Ой, что-то мы увлеклись. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что они лечат по 25, значит, мы можем прямо сейчас ее вылечить. В любом так, случае. Так, если я потрачу, у тебя тоже потратится? Давай-ка. Давай. Нет, смотри-ка. А так это идеально. А супер состав получается, только один дается, правильно? Да. Сколько один. Криперов? Что? А как мы это пройдем? Ну заметь, кстати, обычные турели против криперов отстой. Потому что криперов надо убивать именно на расстоянии. Да, это полный кал. Тогда я предлагаю просто сейчас жестко закупиться снайперками. Снайперка, привет. Снайперка, еще привет. Снайперка, привет. И расходники. И расходники, все правильно. Ремкомплект. У тебя тоже? Да, у меня тоже две штуки. И амулет слез, Ром. Надо потратить его на эту турель, ты понимаешь? Ты гений! Супер быстрая стрельба, точно! Так, раз, два, три. Вообще рядом, конечно, лучше не ставить. Ты кучкой поставил, ты что, приколись? Ну я немного, да, тупанул что-то, наверное. Ну какая разница, мы же выживем. Давай. Я, если что, трачу первый. Окей. Все, давай, трать. Пока криперов нет. Трать!
Трачу, ладно, поехали! Подожди, ты не на ту потратил! Не-не-не, она залпом выстрелила кучу, ты не видел? Давай, я тоже трачу, вперед! Ой, Ром! Тихо, не дотягивайся. Молодцы, ребята! Короче, с криперами будет проблема. С криперами определенно проблема, но пока что лечимся потихоньку. Нет! Лечим! Я лечу! Я потратил! Чёрт! Я потратил, Ром! Нужна снайперская турель! Лечу! О, черт, у нас минус две снайперские турели. Это плохо. Смотри, криперы прошли, это хорошо. По идее, никто больше не умрет. А, да, кстати, смотри, они докуда достреливают. Угу. Все, ладно, здесь будет нормально. Просто... Я понял, смотри, криперы очень быстро идут. Мне кажется, что нужно в следующий раз ставить где-то здесь, чтобы криперы быстрее доходили и умирали. Ой, нет. О, боже. Черт. У тебя нет расходников, да? У меня ничего нет. Чувак, мужик, вся надежда на вот эти две турели сейчас. Подожди, у нас же жизни должны быть какие-то, да? Ну да, наверное, мы не полностью проиграли. Пожалуйста, убейте как можно больше, ребята, давайте! А? Нет! Убейте! Давай! Нет! Что? Стоп! Чувак, ты понял? Что? Я не понял. Нам одновременно сказало, что мы прошли уровень и не прошли. Стоп, Ты не заметил? Серьезно? Мы прошли... Да, смотри. Мы прошли, буквально, убив и не убив последнего крипера. Я понял, что... Это... Кстати, автор этой карты, если ты смотришь этот ролик, то вот мы нашли тебе баг. Если проходит самый последний моб, то на нем одновременно проходится и не проходится. Знай это. Я думаю, это был случай буквально один на миллион. Да. Но зато смотри, следующий уровень активируется при помощи снежка. Опа! Как это классно, а? Ай, балдёж. И мы понимаем, что надо думать. Эта карта не про то, чтобы тупить. Здесь надо прям конкретно думать, ибо... Ну, мы проиграли, по сути, если так подумать-то. Мы же реально проиграли. Нет, мы не проиграли. Все хорошо. Замерзшее озеро. Давай, погнали. Экс. 4 зомби на первой волне. Окей, ладно, это не страшно. И смотри, давай будем думать. Подожди. О, их лед будет ускорять, скорее всего. Серьезно? Да, скорее всего, они будут здесь ускоряться. А как понять, куда они конкретно пойдут? Это ж тяжело. Моя логика такая, вот они идут, потом они... А, стоп. Да, именно так. Нет, тогда они идут, короче, вот сюда, потом здесь, проходят через лед, проходит еще один угол. Откуда у нас турель? Да, она была. А, здесь просто была... Так, давай просто начнем. 4 зомби-то она убьет. Стой. 200 денег у нас, тут надо хорошенько подумать, найти секретик. Кстати, я нашел, вот он. Где? А вот прям тут торчит. О, реальный секретик. Ну-ка, давай. Подбираем. Банка северных ветров. ПКМ для заморозки всех врагов на 10 секунд. Пока старые враги будут в замороженном состоянии, новые появляться не будут. О, вот это прикольная тема. Так, а еще смотри, как у нас работает ускорение. Помнишь, у нас есть, во-первых, гравитационный модуль. Вот такая штука. Да. А еще у нас есть управление. Здесь можно сделать перемотку. Смотрите, как это работает, значит. Мы вызываем зомби, далее управление, перемотка на 10 секунд. Что? А, смотри, некоторые проходят на лед. Они проходят напрямую. Да, а некоторые проходят через угол. Ладненько, мы понимаем, как это проходится. Зомби 8, скелеты 8, по-любому снайперку. Да, давай снайперку. Эта карта как будто вот только для снайперок. Причем надо ставить там, где точно меньше ТНТ будет. Здесь. Да, вот здесь, если ТНТ взорвется, он даже не допуляет до этого. Ребята, почему вы все посередине идете? Вот что-то нам не повезло, подожди. Я надеюсь, остальные будут долго идти, иначе мы проиграли уже. До свидания. Сюда. Новое достижение — полярный зомби. Ой, там реально полярный зомби. И крепкий, это 40 хп. Подожди, полярный зомби случайно не будет спокойно ходить по льду? Так, Ром, турели. Снайперка, и еще одна снайперка. Так, приобретаем, давай, ставим здесь. В разные места, в совершенно разные места. Давай, да, быстрее, блин, поставь. Ну я понимаю тебя, ну ладно, ставлю. Ну сообразись. Хорошо. Все, поставил. Что? Куда? Не гари его. Хорошо, окей. Ты че, полярный? Не надо так. Внимание, в магазине появились новые турели. Ой, точно. А я вообще забываю то, что у нас что-то новое может появиться. А я все ждал. Морозная турель. Давай мы сейчас ее не купим. Да, и знаешь почему? Потому что 17 полярных зомби — это просто невыгодно на этом уровне. Вот просто мне интересно, морозная она будет их замораживать или нет? Мне кажется, да.
Мне кажется... Ладно, давай проверим. Одну проверочную. Блин. Ладно, я уже в любом случае купил. Итак, морозная турель. Она... В начало в целом можно поставить. Заморозить тех, кто не крипер, типа. Mm-hmm. Пройдут все криперы. Ну да, как будто нормальная идея. Давай вот сюда. Далее, снайперская. Куда-нибудь, бога ради, куда? Вот сюда. Просто увеличивай производство, давай. Где есть, там и ставим. Погнали. О, морозная турель. Ой, смотри, он прям реально замедлился. Прям с лету, в радиусе, видимо. Ай-яй-яй. Кстати, я заметил то, что, походу, здесь не будет криперов. Я на это очень надеюсь, потому что они мне будут в кошмарах сниться. Как будто этот раунд даже проще, чем предыдущий, тебе не кажется? Да, и они, смотри, они тоже замедляются. Ай-яй-яй, молодцы, ребятки, молодцы. Хотя тебе не кажется, что один суперсостав как будто хуже, чем две снайперки? Ну, возможно. Ладно, давай просто поставим снайпера побольше. Мы уже все решили. Ром! Так, тихо. Лечащую вот сюда, срочно лечащую! Папа, подожди, без паники, все же нормально, все же нормально. Ты уверен, если еще пара криперов придет, ГГ? Вот тебе ремкомплект, чиним вместе. Хорошо, хорошо, чиним. Молодцы, пока справляемся, ты че, не парься. Я что-то запаниковал прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, ремкомплект, срочно! Вот об этом я тебе и говорил, Рома! А, чинить, чинить! Стой, короче, около этой башни, если что, я буду покупать. Так, куплю еще. Ай, тут тоже сломалось, тут тоже сломалось. Чини, чини, чини. Внимание, кстати, внимание, босс-волна на подходе. А! Зачем вы так пугаете? Чего? Полярный зомби 54. Знаешь, у меня ощущение, что все эти полярные зомби пойдут вот так. Вот просто вот так. Вполне вероятно. У нас есть 1000 денег, надо очень грамотно. Что такое грамотно? Мы тоже не знаем, да? Ну, блин. Вообще... Смотри, морозную мы покупаем, ставим куда-нибудь сюда. Таким образом, если полярный будет проходить, да, то в целом он замедлится. И хорош. Около вот этого полярного... Три. Вот такие обычные. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Так как у нас вся волна будет состоять из полярных, здесь они не пройдут. Ну, не должны, во всяком случае. И одну лечащую. Ну, надо. Ну, надо. А, у нас еще деньги есть. Это выгоднее будет. Да, окей, да, ладно, давай одну лечащую. Вот, вот сюда. Вот сюда. Они здесь в основном взрываются. Она очень быстро взорвется. Блин. Чуть-чуть нам бы продать. Места не хватает, да? Вообще очень плохо поставил. Ну. На. Ладно, пусть стоит. Хоть что-то она должна пережить. Кстати, вот она начинает лечить. Набирает. И. Молодец. Хорошо. Начинаем. Не забывай, что у нас также есть банка северных ветров. Угу. Когда наступит полная жопа, я использую первый, окей? Врагов осталось 72. Капец. Ой. О май гад. Тихо. Тихо! Нет! Это... Нет! Тихо. О, вылечилось, вылечилось. Чувак, я тебе говорил, а мы почему, в жопе. Почему мы не заморозили, скажи? Я не знаю, потому что они уже начали взрывать. Вот чекай, вот здесь, как это будет? Ну-ка. Так, давай. Вот, во, во, во! Оп! Замораживаю! Подожди, ты успел, да? Я не знаю, я не знаю, Ром. Ты успел, все нормально, ты успел. Ты хорош, ты мега хорош. Мы даже так не справляемся, ты понимаешь? У меня тоже есть, у меня есть. Замораживаю. Хорошо, криперы все в центре, ой, молодец. Гениально. Пожалуйста, заморозил. Убейте криперов. Есть один. А-а-а, пожалуйста, пожалуйста. Ой-ой-ой. Еще 20 монстров. Нет, они тут сейчас взорвутся, Ром, мы потеряем все. Мы потеряли все. Нет. Красные, еще есть красные. Вот они стреляют. Давай, 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 ребята, молю. 12 врагов. Уйди, 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 нет, 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 не взрывай. Чёрт. Больно, больно. Ну, все, крипера больше нет. Смотри, у красных турелей очень много хп, вот что я понял. Это снайперки такие дохлые, да. Да, все, мы, мне кажется, мы прошли. Мы выиграли. И у меня сейчас три пота со лба сошло. У меня не только со лба. По-моему, меня все-таки пробили. Итак. Молодцы! Уровень пройден! Сюда! Стоп! Это не все? Это не все! Это вообще далеко не все! Ну-ка! Че это? Не знаю. Ой, супер паркур. Тут будет бонусный уровень в полной версии. Ага. А, так там еще появилось, смотри. Да-да-да, еще рычаг. Окей, бонусный уровень в полной версии. Но мы понимаем то, что пока что это бета-версия. Но то, как она реализована, батюшки.
Бляха-муха! Я только что сказал, как она реализована! И что это такое? Чё тут происходит? Внимание, внимание! Конец демо-версии! Спасибо за игру! Капец! Это тот самый момент, когда я каждую секунду кайфовал от карты. Вот каждую секунду, сколько я ее комментировал, сколько я ее играл. Это кайф. Сколько мы Tower Defense'ов не проходили, это точно в списке самых лучших. Он прям хорош. Автор, я тебя умоляю, пожалуйста, дай нам поиграть в полную версию. Я уверен, ты хотя бы вот услышал эту фразу разочек через месяц, может быть, услышишь через два. Но я тебя умоляю, дай нам полную версию. Муа-муа-муа, пожалуйста. Очень надо, очень надо. Очень хочется. Так, вот и закончилась демка. Впереди еще полная версия, которую я выпущу, если карта будет популярной. Ага. В полной версии в 5 раз больше уровень. О, так. Куча новых башен. Так. Бонусные уровни. Так. Сложный режим, чего? Так. А это было не сложно? Вообще халява была. Это трэш, это было уже сложно. Но... В целом, я в любом случае жду. Пожалуйста, дай нам полную версию. Что ж, надеюсь, то, что вам тоже понравилось, ребят. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, уговаривать автора, подписываться на наш канал. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Фиксплей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Всем пока.